Привет, друзья! Ну что, у меня сегодня в руках Aqua Zero 2. Тот самый рекордсмен по весу среди всех смартфонов мира с диагональю от 6 дюймов и выше. Конкретно у этого аппарата 6,4 дюйма экран, OLED-овский. Впервые нормальный экран сделали Sharp, потому что они дорабатывали технологии. Наконец-таки сделали его без каких-либо косяков, как это было у первого Zero. И сегодня у меня на тесте аппарат в синем цвете, есть еще перламутровый белый. Давайте более подробно я о нем вам расскажу буквально минут на 10. Итак, сегодня у меня аппарат именно в черном цвете. Он такой сине-черный, очень красивый в деталях. Я этот цвет вам покажу в обзоре подробном у себя на сайте. Выглядит очень симпатично. Модель называется SH01M для оператора Docomo. Есть еще софтбанковский, по-моему, и аюшный, не суть важно. Но смысл один и тот же. Единственная разница — это в установленных приложениях, потому что операторы всегда устанавливают свои приложения, и которые, к счастью, можно удалить, анинсталлировать. Первый OLED-овский экран со встроенным сканером отпечатков пальцев. Работает он вот так примерно. Секунду нужно держать, чтобы он разблокировал. В принципе, это первый японец, у которого сканер отпечатков встроен именно в дисплей. У всех остальных пока что это отдельные кнопки. У R5G с X-экраном тоже будет кнопка. Я думаю, что из-за того, что X-а, наверное, какая-то технология такая не особо доработана, она не позволяет устраивать именно сканер в экран. Но не суть. 141 грамм весит этот телефон. Я думаю, что это действительно самый низкий вес. В принципе, 180 где-то. Это средний вес для подобных смартфонов. 6,4 дюйма. Конкретно у этого аппарата ширина 74 мм, толщина 8,8 миллиметров. Конечно же, это первое, что бросается в руку, его вес, зачастую он просто стремится вывалиться из ладони, потому что реально очень легкий. Плюс это достаточно тонкие края, торцы боковые. Корпус, кстати, сделан из титана. Задница — это стекло Gorilla Glass, и стекло лицевое, дисплей, соответственно, тоже Gorilla Glass 5. На мой взгляд, это основной, наверное, минус. И плюс, и минус одновременно. То есть те, кому надоели большие телефоны с большим весом, наверное, это идеальный вариант был. Потому что здесь и по характеристикам все очень вкусно. И одновременно это минус, потому что, реально благодаря своему весу маленькому, да, он стремится вывалиться. Я бы, конечно, рекомендовал здесь использовать какой-то силиконовый чехол, хотя бы чуть-чуть утолщающий корпус, потому что, крайне осторожно нужно обращаться. Type-C разъем легкий, благодаря этому, по крайней мере, он привлекает. Type-C разъем плюс неплохие характеристики на данный момент, учитывая даже то, что 865 процессор сейчас актуальный. Здесь стоит 855, его хватит, я думаю, на ближайшего где-то года на два, скорее всего. Все на русском языке. Памяти 8256, карты памяти добавить нельзя, к сожалению. Здесь симка одна, модель для оператора, поэтому никогда здесь не будет двух симок. Я думаю, что если версия выйдет для Европы, то там будет, скорее всего, две сим-карты, то пока что это остается вопросом открытым. Два объектива у основной камеры на 12 на 20 мегапикселей. Второй объектив нужен для боке и для широкого угла. Фронталка на 8 мегапикселей, точно так же врезан объектив в верхнюю кромку дисплея. Все это достаточно элегантно находится здесь внутри. Я никакой особой там проблемы с этим не вижу, как некоторые кричат, что опять бровка или еще что-то. Нет, никакой проблемы визуально, по крайней мере, здесь точно с этим я не рассмотрел. Кнопочки с правой стороны находятся, выпирает камера чуть-чуть где-то на миллиметр от основной стенки, от задней стенки корпуса. Звук очень хороший, здесь стереодинамики вверху и внизу, Type-C разъем, микрофоны везде, где нужно. То есть стандартная комплектация именно для большинства современных смартфонов. Выпуклый OLED-дисплей. Мне не понравились закругленные края, как и в первом Zero. Мне они не нравились, потому что за счет них экран, точнее корпус, кажется еще тоньше. И мне не особо может быть удобно держать его в руках. Поэтому здесь такой минус для меня лично. Белый перламутр как вариант, поэтому я рекомендую не бояться
выбирать белый цвет. Он достаточно симпатичный, напоминает покраску Lexus. Очень красиво. Что еще? Интерфейс полностью на русском языке. Здесь, как и у большинства смартфонов Sharp, уже все русифицировано из коробки. В комплекте идет только иголка для сим-лотка. Зарядку поддерживает быструю, двухпоточную, причем, чтобы тепло распределялось. Игровой смартфон. Вот такая цель у производителя была — сделать из этой модели именно игровой. Но я думаю, что в принципе сейчас любой смартфон с 855 или 865 процессором — это может быть игровым аппаратом, потому что характеристики позволяют это делать. То, что он легкий, ну, может быть, да, руки не будут у вас уставать. Ну и в принципе все. Более подробный обзор, как обычно, сможете увидеть у меня на сайте jphone.ru. А меня зовут Дмитрий Проворов. Не подписывайтесь на мой канал, не ставьте лайки, мне это абсолютно не важно. Все, весна началась. Пойду. Всем пока.